нас была целая куча альбомов с силуэтами самолетов воюющих государств. Надо их вылечить так, чтобы за 50 километров мы должны были поймать эту цель, а за 15 километров должна опознать, наша цель или нет. И только тогда наши данные передают на прибор, прибор обрабатывает, передает на пушки, и только тогда открывают огонь. Мы стояли на берегу Волги, охраняли нефтебазу, которая снабжала горючим весь 4-й украинский фронт. Но не только наши батареи. Вокруг этой базы все были батареи, очень их много. И немцы бросали по 200-300 самолетов на эту базу. Мы, как дальномерщики, ни разу не подвели. Правильно определяли цель. Мы стреляли прямой наводкой. А когда прямой наводкой стреляют, то и прибористы, и стелескописты все бросают свои места и бегут подносить снаряды. А вот я уже говорила, по 16 килограмм мы таскали. Ну вот так вот воевали мы. И батарею сохранили, и пушки свои сохранили. И вот наша пушка на Сапун-горе стоит.